За неделю спасателям предстоит пройти такие дистанции, как поисково-спасательные работы в условиях природной среды, а это этапы на вертикальном скальном участке, комбинированная эстафета, сплав по горной реке, дистанцию физподготовка, состоящую из кросса на 3 километра и упражнений на перекладине, а также этап поисково-спасательной работы на акватории, где участники будут погружаться на глубину до 6 метров. Также спасатели должны будут ликвидировать очаги возгорания, последствия ДТП, деблокировать пострадавших, оказать им помощь при эвакуации зданий, водотоков, вентиляционных коробов и линий электропередач. 18 июля судьи подведут итоги. В прошлом году золото завоевали сотрудники краснодарского отряда. Второе место заняли сочинцы, третьими стали спасатели из Адыгеи.